Привет всем. Приобрел себе подарочек на Новый год. Распаковка. Чек. Ножичек. Придется одной рукой, потому что держу телефон. Доставка с магазина Dell. Минск, Беларусь. Это пневматический степлер Матрикс. Собираюсь делать мебель своими руками, поэтому его приобрел. Так, давай же-ка ты вылазь. Нормально замотали. Сделал себе подарок к Новому году. И купил себе пистолет. Такие пистолеты я люблю. Летом покупал Нейдлер Матрикс, остался доволен. Ну, достаточно известная марка. Это не реклама, уже подтвердила свой статус. Цена на сегодняшний день 101 рубль. Так, что у нас в комплекте? Масленка. И сам пистик. На работе работаю с таким пистолетом. Лупасит, будь здоров. Что еще надо? С такие деньги самое то. Небольшой относительно. Ну, конечно, если вы прям целый день держите в руках его, то да, массивный. Конечно, надо что-то покупать полегче и подороже, наверное. Вот, а так, для эпизодического пользования классный вариант, и для домашнего пользования, для дома вообще, если у вас есть компрессор, незаменимая штука. Такой вот степлер. Все, вот поделился своей радостью, будьте здоровы, и всех вам благословений, пока.